проспект Революции преображается. Это любимая многими анапчанами и гостями курорта пешеходная аллея теперь порадует местом отдыха деревянными скамейками. От бювета до сквера Славы теперь можно пройтись с остановками. 12 лавочек и 12 новых урн устанавливает санаторий БФО. А кроме этого заменяется разбитая плитка на новую. Идет отсыпка черноземом газонов и выравнивание. На улице Пушкина от санатория Дилуч до улицы Ленина идет санитарное спиливание сухих веток и представляющих опасность стволов деревьев. Работа кипит повсеместно. За улицей Терской закрепили шефов студентов Анапского сельскохозяйственного техникума. В начале весны они побелили деревья, а вот теперь с наступлением солнечных теплых дней красят урны и лавочки. Мы вышли на субботник, так как мы хотим помочь городу от нашего техникума украсить его. Сезон скоро будет, приедут отдыхающие. Хотим показать наш город с наиболее лучшей стороны, с красивой. Помогаем, трудимся. Единственное, что не нравится шефам этой улицы, а также жителям и гостям курорта, прогуливающимся по зеленой аллее Терской улицы, ведущей к автовокзалу, так это паркующиеся автомобили с нарушением правил, которые портят газоны и внешний вид улицы. А вот на улице Горького анапчан и гостей курорта обрадуют южные красавицы пальмы. Эти экзотические для Анапы деревья перезимовали в теплицах Зеленстроя и теперь снова до следующей зимы станут объектом фотосессий отдыхающих. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Алексей Мухортов, Анапа регион.